когда ты все сама нарисовала. Угу. И что это за рисунок? Что это означает? База. База? У меня вон там в полке под столом очень много рисунков. А какими красками ты рисуешь? Акварель, да? Тут все большим кусками у вас вот так разгревается, а тут маленькими кусочками, но нет, отдельно. А почему ты решила именно цветы нарисовать? Нравится. Ты молодец, мне очень нравится твой рисунок. Но акварель можно немножко побольше воды, чтобы она капала и текла каплями. Тогда тоже красиво получается, красивый эффект. Знаешь это? Ну, мне нравится, у тебя очень хорошо получается. Так, а там наш голубь. Как нашего голубя зовут? Голубок. Голубок. Его чуть не заклевала ворона. Мы решили его немножко... подрастить, потому что это птенчик, да? Угу. Чтобы он окреп и мог дать воронам отпор. Я еще. А еще мы ему мазали ранки всякими мазями, потому что ворона его очень сильно поклевала. Потом выпустим его на волю. Ну, давай дальше рисуй. И он ко мне больше привык. Он к тебе больше всех привык, меня он вообще боится, потому что я ему мажу ранки. Ага. А ты как его приручаешь? Я ему иногда включаю песенки на компьютере, на пианино, и сама пою, и он ко мне больше привыкает. Ну, руками что его не трогаешь, правда? Угу. Правильно, не надо его трогать руками, потому что он должен бояться людей. Тогда больше шансов выжить. Да. Ну, ему там все равно хорошо. Да, ничего ему не хорошо в клетке, скукотища. Угу. Все, ты закончила? Быка. Какого быка? Быка самого обычного. Угу. А почему именно быка? Ну, потому что на конкурс она хочет, на конкурс животных буслик. Буся, она хочет послать их. А, ясно. Ну, хорошо. Ну, давай рисуй быка. Посмотрим сейчас, как ты рисуешь. Начинается горб. Горб? Угу, горб. Это бык у тебя или верблюд? Бык. Горбатый бык, хорошо. Зубр, да? Угу. Окей. Зубр – это бык, все правильно. У тебя там будет один бык или парочка быков? Там уже, там далеко будут маленькие быки. Я поняла. То есть он близко, а все остальные быки далеко. Я поняла. То есть стадо, а он просто выбежал из стада. Очень интересная композиция. Давай, продолжай. Вот такие.
не пришел сюда. Ну, вот эту капельку. Там растекается. Голубым еще закрасим. Больше вообще не нужна вода. Вообще. Очень красиво. Потому что мы сейчас будем делать мордочку и что? Что? И глазки. Агата, камера тебя снимает. Как ты рисуешь? Готово. Все, как друг.
других буков нарисовала на заднем фоне? Угу. Очень крутые птицы какие-то летят. Орлы, наверное, да? Угу. Супер. Супер-пупер. Шикарный рисунок.